Дом достроен, а заселиться не можем. Так о своей ситуации отзываются несостоявшиеся новоселы высотки 4611Б. В одном из выпусков программы «Челны-24» мы рассказывали о том, что дата их заселения неоднократно переносилась. В мае челнинцы должны были получить ключи от своих квартир, но вновь вместо радостного события им придется ждать. Почему? Окна заказаны, куплены. Входная дверь у меня уже заказана. Даже диван. Вот только переезд вновь откладывается на неизвестный срок. Полгода Римма Валеева ждет дня, когда ее большая семья переберется в новую квартиру. Один раз в неделю женщина приезжает, чтобы полюбоваться жилплощадью. Нам бы, конечно, хотелось бы в своей квартире жить, а не в съемной. Потому что мы свою продали и вложились в долевое строительство. Дети уже подрастают. Снимать квартиру приходится не только Римме Валеевой, но и другим дольщикам. Мы живем вчетвером. Я, муж, двое детей у нас маленьких, 7 лет и 3 года. Снимаем однокомнатную квартиру за 15 тысяч и платим ипотеку здесь за квартиру. Вот ждем сдачи дома уже сколько? Уже с декабря. Как бы надеемся, что скорее уже сдастся. Все тянут и тянут. Не знаем, сколько ждать уже. По словам будущих новоселов, именно на декабрь прошлого года была запланирована полная сдача объекта, но сроки перенесли. В то время как работы в высотке давно не ведутся, дом готов. Электричество проведено, противопожарные датчики стоят, радиаторы установлены, балконы, рамы, двери, окна, витражи, все собрано. Несмотря на это, 170 семей, большая часть из которых молодые пары с детьми, никак не могут справить новоселье. Причина – незавершенное благоустройство придомовой территории. В апреле текущего года жилищная комиссия приняла дом 4611Б, но заселиться в свои квартиры будущие новоселы не могут. Все из-за того, что не готова автостоянка на 350 мест. Уже сегодня дорожники начали работать на данном участке. Сейчас технику сюда гоним, асфальт будем ложить. В принципе, дом-то готов, дом-то сдан, люди могут жить, только стоянка связана со стоянкой. Хотя гарантийные письма были, хотели сдать без стоянки пока, а стоянку сделать летом, как обычно делается, благоустройство. Гарантийные письма были направлены в исполком, но предложенный застройщиком вариант сдачи одобрен не был. Предполагается, что завершить обустройство автостоянки удастся в конце мая. А уже в начале лета дольщики исправят долгожданное новоселье. Эльмира Гайнуддинова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.